Друзья, всем привет! Ну, как и обещали Стане в прошлом видео, я вернулся для того, чтобы поймать тех щук, которые срезали у нас поводки и которые заводили в камыш. Но что-то пошло не по плану. Какая ситуация? Планировал приехать утром. Утром проснулся, на дороге жуткий гололед. Пошел не снег, а дождь. Ждали снег, что лед весь закроется. А в итоге лед по-прежнему открыт и свет туда попадает. Ну ладно, это полбеды. На моей машине стоит еще всесезонная, скажем так, резина. Поэтому пока шипы не стоят, я не рискнул ехать с утра. Дождался обеда и в обед выехал на рыбалочку. Сейчас уже первый час, расставляю жерлицы. До вечера посидим, посмотрим, что будет. Хорошо ехать недалеко от дома, поэтому можно и на полдня сгонять. Вот первую жерлицу уже поставил. Рядом с коряжечкой здесь клевало. Клевало вчера у нас неплохо здесь. Второй день подряд охота за щукой продолжается. Шесть штук жерлиц поставил, больше даже и не знаю, где ставить. Попробую сейчас половить плотвичку. Здесь вроде ямка должна быть где-то здесь. Буду базироваться сегодня около жерлиц, потому что в тот раз очень много было утащено щуками в камыш. Поэтому сегодня буду рядышком с ними сторожить их. Ой, какая она быстрая. Ой, хорошо, в другую сторону пошла. Не в сторону камышей. Вот она идет. Ай, маленькая. Как маленькая? Ну да, маленькая. Фух, ну первая есть. Начало положено, уже неплохо. О, такая красавица. Такая маленькая. Вчера покрупнее были. Но это правильно, только первое. Я тут все расшугал своим хождением туда-сюда. Ну что ты, маленькая. Ну да, такая. Ну на сушечку можно оставить. Блин, мелкая, как разогналась. Просто, я думал там, блин, сумасшедшая акула, что так крутит аж. С такой скоростью.
что мы перевернулись. Ну ладно, будем надеяться. Дрыгаться будет. И привлечет кого-нибудь. Да, с живцом проблемы. В прошлый раз купил, в этот раз не стал ездить. Кстати, купил в Слободе. Во всем городе не мог найти живца, а в Слободе за мостом удалось приобрести. Ну, кто как раз таки понимает, о чем я. Ладно, начало положено. Будем надеяться на дальнейшее развитие событий в более положительном ключе. Походу холостая. Она бы уже испугалась нас. О, какая плотвичка. Бойкая здесь. Че, тебя покусали? Да? За бошку кто-то укусил? Ну давай, плавай дальше. Утащил поплавок, пока по жерлицам ходил. Чё-то сидит. Блин, и чё, сошло? Да ладно, сошло. Собака. Ну, хоть что-то. Сейчас вторую здесь луночку просверлим. Начинаем перемещаться, искать плотвичку. Как-то странно, почему сошло-то? Ходило ходуном всё. Ну, посмотрим, посмотрим. О, клюет сразу. Блин, что творит, ребят? Клюет. Да, походу, мелочь. Поэтому даже вон. Ну ладно, может, стайка подошла. Вообще, конечно, шуметь сейчас не очень. Я что-то раскричался. О, клюет сразу. О, пошло, пошло. Вот, теперь есть напряг. Теперь есть напряг. Кто там? Да хотя бы живца поймать. Собака, окунь. Ё-моё. Ну, живец. Чем не живец, да? Как он клюёт, а? Рьяно. Я-то думал, там плотвичка. Местную плотвичку бы на прикормку. Фу, на прикормку. Местную плотвичку бы на живца было бы идеально. Клюет, гляньте. Ух ты, слушай, а это что-то уже посерьезней. Окунь посерьезней. Точно окунь посерьезней. Какой он не серьезней, такой же. Балбес. Отдай мотыля, блин. Серьезно, ну ладно. Давай. Какие-то нелепущие окушки. Пофигу. Клюют, не останавливаясь. Сталька, видать, подошла. Живец, блин. Я ходил тут, немножко прогулялся, набрал шиповника чай заваривать. Не знаю, вкусно, нет, будет. Но в последнее время что-то мне чай с шиповником очень нравится стал. Помою дома, подсушу. И на следующих рыбалках будет чаёк вкусный.
тоже что-то мелкое. Опять окуп. Ты глянь, а. Что за напасть? Где плотва? Сволочуга. Напал на меня. Ой, ребята, происходит эпик фейл. Походу валится этот, как его зовут, подлет уходит моя горелка. Ну и соответственно все начало валиться. Не рассчитал я то, что лед может начать плавиться. Гляньте, как спирт при к этой прихерачивается, что аж не отлетает никуда. Сейчас еще чуть-чуть пускай погреется как раз. Да, лед начал плавиться и горелка уходить. Ну все, греем дальше. Ну вроде разогрелся, закончился этот сухой спирт. Попробуем, что там на этот раз. В прошлый раз очень вкусно было. Опа. Блин, я, конечно, горошек как-то не особо люблю. Ну, посмотрим, что там за мясо. Интересно, так только что перестало гореть, а я уже эту штуку могу трогать рукой. В комплекте, напомню, шли ложки. Рис вкуснее был. Хотя это тоже можно есть. Нормально. Вот даже мясо куски есть. Ой, какой кусок мяса. Ладно, я кушать. Всем приятного аппетита, ребят. Ждем поклевку. Ну что, не успел я даже армейский шоколад покушать. Сработочка. И опять на ту, где поймали. Странно. Дернула и стоит. Я подошел. Никто не убегает. Это говорит о том, что она ее бросила. А нет. А да. А да, вот чуть-чуть протащила и все. Собака. Ну как так? Как так? Какая-то сегодня неактивная щука. Вчера клевала, утаскивала в камыш. Нас рядом не было. Сегодня сижу, рядышком жду, когда клюнет, клюет. Но как-то неохотно. Даже не то, что в камыш таскивает. Вообще просто протащил вот чуть-чуть и все. И бросил. Не повредил ничего. Так о чем я, собственно? О шоколаде? Где шоколад? А вот, офицерский. Ребята в комментариях написали, что это новогодний сухпаёк. Ну не знаю, не знаю. Попробую. Какой он? Новогодний. Вкусный шоколад. Ух ты, какой-то он не коричневый. Да, ребят, вскрыл шоколадку, вот чуть-чуть осталось. Я, конечно, немного подофигел. Его просто не разгрызть. Это пипец.
Конечно, не Nesquik, не Alpen Gold. Свинзвар сгрызешь. О, загар опять. На той же, на какой было. Вон она. Где она? Ладно. Что-то крутануло. И трындец. Во. О. Опа. Это тут хорошая, ребят. Ну, нет. Слегка мышь. Цепачок. Вот мы поели, и рыбка начала ловиться. Щупак через камыш шел. О, зубки заболел от этого шоколада. Где вчерашние крокодилы, которые здесь все обрезали? Ну, одного прям подвел, там на видео видно, ребят. Эй, стоять, о. Все. Тише, 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 тише. Тише, тише, тише. Блин, как ты не так насадил. В хребет, видать, попал. Ладно, пускай постоит чуть-чуть. Хотя тоже вот, ребят, жалуюсь, что мелкая щучка. Ну, как бы, такая, сантиметров 40 есть. У меня там поварёшка лежит, вот эта вот, которая черпалка. Я рядом прикладываю, 40 сантиметров есть. Мелкая, конечно, хотелось бы пятерки, как в прошлом году. Но пока что не найдем таких мест, где есть пятерки. Вот, а прошлогодние места не работают, к сожалению. С местным поболтал там, он говорит, вообще это осенью, говорит, вообще не было рыбы, говорит. Обычно ловим, говорит, а в этом году нифига. Вот такие дела. Ну ладно, продолжаем рыбачить. Надеюсь, все-таки бонус нас ждет. Вот, собственно, о чем я говорил. Черпачок, который длиной 40 сантиметров, ну и щучки соизмеримые с ним. То есть не совсем маленькие. Это просто какой-то экшен. Одна и та же жерлица срабатывает уже, я не знаю, третий или четвертый раз. Но две щучки отсюда вытащили. Ой, сейчас крутит. Опа, есть. Ну опять вот. Ой, ну это вообще маленькая. Это вообще маленькая. Может быть, плотва выживет. Да, это вообще маленькая. Вот этот шнурок уже незабирабельный, скажем так. Так, куда тебя отпустить, чтобы ты нас не клюнула еще раз. Тут, видать, у них тропа. На эту тропу поставили жерлицы. Третья щучка из этой лунки, офигеть. И сколько холостых? Одна или две холостые? Не знаю. Ну давай, лови еще дальше, суперлунка. Сколько? 5 поклевок, 3 реализованных щуки. Офигеть. Интересно, сколько же в итоге будет?
Опа, поклевка. Так, 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 что тут у нас? Что-то встало. Что-то встало. А нет, крутит, крутит. Вот так вот. Вот она как крутит. Хорошо крутит. Тут камыша рядом мало. Так. О, хорошая. Вот это хорошая. Вот это хорошая уже. Вот это уже приятная. Конечно, не та, что вчера здесь ушла. По тем же лункам ставлю, ребят, потому что уже помню, где что. Но это уже хорошая. Фух. Опа. Стоять, морка. Вот это хоть какая-то. Хотя, не сильно больше, чем те. Но покрупнее, покрупнее. Вышло покрупнее. Чучендри. А здесь и живец стоял крупный. Я сразу подумал о том, что если клюнет, то клюнет хорошее. Опа. Рядышком. Тройничок. Опа. Хопа-хопа. Америка, Европа. Опа! Во, ребят, какая щучка клюнула. Ну, не сказать, что прям монстр, но приятно. Да, вот на такую крупненькую клюнула, но всю растрепала. Вороны съедят. Прождал я где-то часочек, поклевок нет. Окушки не пригодились. Будем их выпускать. Такие вот красавчики. Давай, первый. Это прям крупный был бы. Второй. Третий. Карасик тоже пойдет гулять. Что-то он какой-то уставший был. А и что-то малявки вроде как двигаются. Неплохо. Вот это плохо двигается. Уставшая какая-то, поцарапанная, уставшая. Ну что, друзья, потихонечку начинаю собираться. Как сказать, доволен, недоволен я рыбалкой. Ну вот эта лунка меня просто удивила. Столько поклевок, я офигел. Не поймали хорошую щуку, крупную такую, что 2-3 килограмма. Но это не повод отчаиваться, это повод продолжать охоту и рыбалку на жерлице. Не знаю уже, куда ехать, потому что здесь, похоже, лед растает, а те места, где я знаю, где лед стоит, там нифига, что-то не в этом году. Не ждут нас судаки и щуки. Таня с ними в тот раз, видать, плохо попрощалась в том году, что в этом году они нас там не ждут. Ну ладно, посмотрим, как будет продолжаться этот сезон. Хорошо хоть попали на какую-то рыбалочку. Всем спасибо за просмотр. Кстати, прочитал ваши комментарии по поводу флюорокарбона, потому что видео вышло только сегодня. Ну, не знаю. Блин, в следующем видео попробую 5 жерлиц на флюр, 5 на металлический поводок. Такой баттл устроить и посмотреть, какой же поводок будет лучше работать. Все, я собираюсь. Если никаких бонусов не будет, то на этом пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!